240 по большой добавим. У нас получается 440. Вообще. Убедил. Это была резалка. Мне даже спор летали тоже, херо. Опа. О. Блин, мы приедем назад. Выскочил уже, не хотел тебя с пустым ведром встречать. Ага. Ведро твое ж. Так? Да. Поперло. 440 и 80, это 520 сейчас, да? Ага. На отдыхать никуда не ездил. Да, все здесь с этим. Пандемия нафиг она не ездит. Вон дорогу только купаться в бассейн. А, вот этот, в исток? Угу. Ну там народу немного. Нормально. Нормально. Вот 520 легче, чем 440 пошло уже. Чего это, да? Ого, опять тут пробил. Сетки вытащить, оно промывает. Вот течение хорошее, да? Течение в этом году, и воды много в этом году, течение прям хорошее. Это уже гораздо серьезней. Ой, 620. Это уже 620. Идут легко и просто, да? Как процесс идет? По вечерам приезжают. Да, что-то они. Мыть там головой. И потекло дальше. Дальше ничего там, где я выкопал. Затекает туда, там. Чав. Такие битвы. Ой, ё-моё. Рыба какая-то. Ну там рыбы. Караси или кто знает. Ну чавкают прям так по-настоящему. А на 620 тоже один гонется. Не сильно, но уже видно. Чуть-чуть тишина. Мы не собираемся. Ну да, это скосит. Ну да. Поехали. Отрыв есть. Отрыв был 100%. Я уже больше ноги не мог расставить. Ну а вот и начал давить, а на гриф раз и загнулся. Ну да. Может я как-то легко действительно. Не туды. Чуть-чуть сюда подвел. Я почувствовал, что отрыв был. Она смеется. Интересно, галки дали? Это уже мать три раза гоняла. Куда? Я лёгкую. Ёва, ты пи***. Ноги выпрямились. Ноги выпрямились и так в дугу согнулась. О, легко и просто.
Легко это. Тебе, наверное, легче ген, у тебя гриф не гнется. Да тявкают, скажет. Хозяева санатория. Ну, у нас тут тоже шакалы появились. Шакалы? Чудо шакалы. Шакалы? О. Помахтало? Не пошло чуть-чуть. Ты вот прям ты его задержишь и прям себе держишь. У меня такое. Силовая. Несколько идет. Пошел, Родемы. Подхода на 140, потом 160. Пошло, поехало. Хорошо, да? Легко. Таких. Где? Ну, надо. Прям. Да. Ну, как бы. Ну, он же ходит ухаживать за ними. А, и ну, постоянно. И сорт там он взял. Я разумеваю. Ну, то есть, какие-то за растяжки сделать, ладно. Попал. Сопли наделал. Я каждый подвязывал, а он... Вода руку не серая. Пока. Бинты пока не. Что я просто... У кого-то скоро именины, по-моему. И прям не так далеко уже. 16. И матушки завтра. Да? Угу. Поздравляю. Обязательно. И тебя жаловался. После этих штучек гриф липкий становится, сука. Ну что, спиртком протереть? Как говорят немцы, зергут. В общем-то. Перед подходом. Угу, хорошо. Пошла. Отлично. Какую линейку должен выдавливать было мне? Дистанция кончилась. Ну, повезить-ка. Пошло дело. Понемножку.
Вот и мне звали. Обе ниже. Я говорю, одну ниже, да? Одну ниже, да. Ну, мы сейчас посмотрим, что нам скажет. 700. 700. А ничего нам не знаю. Поднимется, вот, видишь как. Ничего не знаю. Не годится. Казалось, нормально. Так, я переставлю назад. Пошел, вроде как должно быть неприятно, прям. Чисто. Управление называется насос. Это у нас не смущает. Есть 806. А, не мотает хероин, да, все. Нормальный центр. Ютка не натаек. Вова впадает как раз. Смотрите, я уже дозвонился ему. Да, сейчас телефон. Да мы уже приезжаем. Есть контакт. Чисто. Не так легко, как хотелось бы. Ну, чисто, вот так оформлено. Легко, легко, но чисто. Это подложить или нет? Нет, да? Надо вот так сделать. Что такое? В тазе, тазу. В тазе, тазу. Все, закончилось. Батарейки сели, да? Пошла, все выше, выше, выше. И до конца вытянулась. Благодарю. Аж внутреннее удовлетворение такое. Вот, видишь. И практически то же самое, что сам поднял, что это. Она все равно сработает. То, что надо, сработает. Все.
Ну что, это длинный не снимать, как оставить большой. Чуть-чуть нога пошла, мне сразу ужас. Я один. Шестом ходить? Не, я с лопатой был. Лопата. Лопату-то я не могу. Встань прямо, не спеши. И мысленно туда я попёр. Не хочет, не попёр. Вот скотина такая. Не. Они ж по контракту, 3 года у них. Понятно. Ну вот этот с Ростова пришел, он уже подполковник. Ага. Он уже такой, как Ромка, уже как бы и на пенсии, но... Понятно. Для кого старт, для кого финиш, да? Красиво и легко. Не тяни, тяни, тяни туда. Ой, тяни, не бросай сразу. Не мое сегодня. Не, у тебя день отличный, ты чё? Так, сейчас примиримся сначала. О-о-о. Есть, блядь! Есть, пошло! И шо? Свалится. Что за снег? Все ходы записаны, да? Да, все записано. Так, 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 так. Ты опять это ровненько становись. Стараюсь. Ну давай, старайся. Чтобы она ровненько спинку поддерживала. Хорошо идет. Пошло, да? Вот 240, да? Да. Вот с этим я весом посчитал. Ну что, тренировался, и прошло раз. Знакомый вес. А? Знакомый вес. Ну да. Да, хорошо проработались.
Вау. Смотрит на вас.